Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. One Punch Man, 183 глава. Известное вечно, а неизвестное сокрыто. Нифига не видно. Хоть глаз выколи. Эй, чудо в перьях, подсвети-ка нам. А? Как ты меня назвал? Достали, блин. Прожектор, тепловизор, рентген. О, отраженное освещение. Странно, ни один из лучей не достает до другой стороны. Чудо в перьях. Сразу двое. Редкий случай. А? Это кто сейчас сказал? Что ж, проверим, заслуживаете ли вы моей силы. Возложите свои руки на ящик и молитесь. Достойные получат ее, а остальные лишатся всего. Этот голос будто внутри головы звучит. Телепатия? Не знаю, о чем он говорит, но звучит жутковато. Не думаете? А, наконец-то король монстров? Если хочешь поговорить с нами, сначала покажи свое лицо, чтобы я по нему вмазал. Что-то появляется? О, кажется, успел. Вы ведь еще не заключили с ним сделку, а? Ну, еще один герой, что ли? Вы прикасались к нему? Мужик, ты кто вообще? А? Откуда он взялся? Допустим. И что с того? Значит, все-таки прикасались. Этот куб – нечто вроде передатчика. Стоит дотронуться, как пространство вокруг искривится, и вы выйдете с ним на связь. Такие повсюду разбросаны, а я, знаете ли, их собираю. Это своего рода хобби. Пласт. Пласт, значит. Ха. Простите, что помешал вам. А? Бласт? Ты Бласт? Верно. А ты, кажется, световой флэш. 13-й ранг С-класса? Что тебя привело в это подземелье? М? То же самое и у тебя хочу спросить. Настоящий ли ты? Сейчас проверим. Предельная скорость. Град световых пинков! Ну-ну, успокойся. Чё сейчас произошло? Так он на всех при первой встрече кидается. Капец. Здесь время течет медленнее, чем снаружи. Нужно поскорее отсюда убираться. Я помогу вам выбраться. А? Чё? Тут выход где-то есть? Вроде того. Я так и не понял, откуда ты вылез? Лучше скажите, что здесь делает этот монстр? Не похоже, чтобы он был у вас в заложниках. А, это наш проводник, а заодно и фонарик на ножках. Смотри, что умеет. Когда пугаешь чего-то, начинаю светиться. Ладно, пришла пора нам попрощаться, но, думаю, мы еще встретимся. Стой, Бласт, ты что задумал? Передавайте привет Сичу и Тацумаки. Тацумаки, ну и силища. Хочет добить оставшихся монстров? Наконец-то все закончится. Это из-за меня нам пришлось несладко. Серебряный клык с кибердемоном – одни из наших лучших бойцов, а я отстранил их от миссии из-за какого-то нелепого недоразумения. Зомби-мен, позволь мне передать командование в твои руки. Ты лучше разбираешься в людях и куда осмотрительнее меня. Ты больше достоин быть лидером. Император? Как наивно. Думаешь, эта пародия на монстра справится с командой героев? Только образцовый человек сможет.
Никакой зомби-ман не монстр! Тише, император. Не забывай, что кроме тебя у нас есть и другие командиры. Сейчас лучше всего положиться на них. А? Ты и так вынес для себя важный урок и понял, что не стоит судить о других поспешно. Ведь в итоге все мы люди. Берегись! Зомби-мэн! Какой из тебя человек? Это же торнадо. Мгновенная смерть. Клинок Флэша. Не думаю, что Флэш его когда-либо больше увидит. Друзья, к большому сожалению, серия вышла короткой. Но не стоит расстраиваться, потому что скоро выйдет обзор на эту главу. Так что обязательно подпишись на канал и поставь лайк, а также не забудь включить все уведомления, чтобы первым узнать о выходе нового видео на канале. С вами, как всегда, был вы знаете кто, Аниманго. До скорой встречи, друзья! Всем пока!